Всем привет, ребята, с вами Виталий Тихнатюк, и сегодня у нас гомункул. От начала создания прошло уже где-то 60 дней, и когда я подошел посмотреть, что с этим яйцом, там треснула чуть-чуть шкарлупки, и там сидит реально живой, настоящий гомункул. Он боится вылазить. Посмотрим, ребята, что там? Быстрей, смотрим. Это, блин, что-то нереальное в этот раз. Погнали смотреть, чтобы не пропустить. Ребята, вылупление гомункула. Что-то вылупляется. Посмотрим сейчас сблизко. Ребята, вам не страшно? Смотрите, смотрите. Там что-то и шевелится, ребята. Смотрите, рука какая-то. Она живая. Он расставил пальцы, вы видите это? Он шевелится там. Это что-то нереальное в этот раз. Оно шевелится. Шевелится, ребята. Вы видите это? Посмотрите на эту руку. Прям как человеческая. Выдвинутые пальцы. Боже! Что-то! Офигеть! Вот это существо! Ребята, что-то может быть? Какое оно желтое! Вау! Дышит, дышит, живое, ребята. Ах, блин, как в человека пальцы такие выдвинутые. Ах, ты куда? Ай, гомункул. Гомункул. Блин, как мне его споймать, мне его страшно в руки брать. Эй, гомункул, ты куда? Гомункул ползет, Гарри! Гарри боится гомункула! Гарри! Не бойся, Гарри, он тебя не съест! Гарри! Ты боишься тоже гомункула, Гарри? Скажи, ну его нахрен, этого гомункула. Да, Гарри. Он маленький гомункул. Он тебе ничего не сделает. Блин, что он такой желтый? Эй, ты куда, гомункул? Блин, как мне его споймать? Надо какую-то баночку его. Эй, ты куда? Гомункул! Блин, ребята, стрёмно. Посмотрите, как он встает. Эй, ты куда лезешь? Ребята, я ему сейчас какую-то миску воды налью. Бросим, может, он там будет жить, плавать?
Посмотрите, ребята, я налил ему такую большую миску воды и выпустил его сюда. Смотрите, как он плавает. Но он хочет вылезти, и он всегда высовывает голову, дышит. Вот, видите? Видите, он хочет вылезти. Может, он не очень любит быть в воде? Иногда надо ему сделать еще такой островок в этой миске, чтобы он вылазил себе. Захотел, поплавал, захотел, себе на суше был. Вот пускай живет себе здесь. Такой необычный гомункул. Похож на жабу такого плана. Эй, ты куда? Смотрите, он хочет выпрыгнуть, он не любит быть в воде. Странно. Хоть задние лапы напоминают на такие плавники, что плавать. Ты куда? Блин, посмотрите, что он этими руками как пальцами перебирает. Это вообще. Эй, ты куда? Ты что хочешь? Ползать, лазить? Кто первый раз смотрит моего гомункула, это уже 6-й гомункул. Заходите, смотрите всех остальных. Ссылку я на них оставлю в описании. Ребята, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!